хочу обратить внимание, что сегодня мы создаем образы и подбираем для вас правильные украшения, которые сочетаются друг с другом. И наш следующий лот. Это великолепное украшение. Мой выбор – это браслет Аманта. Цена распродажи – 1290 рублей. Вот он, вы только посмотрите. Какой сияние прозрачных кристаллов. Да, действительно, Оля, здесь есть чем любоваться. Целое фианитовое полотно, я бы сказала. Как это все искрится, как это сияет и блистает. Чтобы вы понимали, хочу заметить. Вот тот блеск, который вы сейчас считываете, буквально рассматривая браслет Аманта, это грани. Это вот те самые грани, которые обеспечивают максимальное преломление световых лучей. Здесь огранка популярная, она называется бриллиантовой. Вот так именно часто гранят такие дорогостоящие камни, как бриллианты. Превосходный браслет. Вы только посмотрите, какая нежность присутствует в нем. Какой блеск, какое сияние. Если бы это были настоящие бриллианты, и я бы хотела сказать, что ни один человек не сможет никогда отличить вот эти камни от бриллиантов. Вы только посмотрите, какое сияние. Какой благородный блеск! Действительно, что-то в этом есть действительно завораживающее. Вот я сейчас боком вам покажу, чтобы вы посмотрели, какая закрепка у всех этих достаточно объемных фианитов. Итак, обратите внимание на то, что это крапановый каст. Это вот такая популярная закрепка, которая используется прежде всего тогда, когда нам нужно закрепить вот такой объемный фианит, который так отлично имитирует натуральный бриллиант. Это такие своеобразные штифты, они из латуни, они выходят из вот этой общей латунной конструкции и мощно удерживают наши фианиты бриллиантовой огранки. Обратите внимание еще и на то, что браслет-то податливый. Он не будет колом буквально стоять на вашем запястье. Нет, здесь все очень плавно, изящно и грациозно. Смотри, я тоже примерила этот великолепный браслет. Дорогие телезрители, не могу не налюбоваться. Вы только посмотрите, какое сияние. А самое главное, у него тот самый цвет, который подходит абсолютно под любой цвет наряда. Вы только посмотрите. Причем я хотела бы напомнить вам, дорогие телезрители, что длина этого браслета 18 сантиметров. Посмотрите, он неплотно облегает мою сочную ручку, еще и даже есть запас. Да, мне очень нравится, тут в принципе при желании можно к ювелиру обратиться и снять какие-то звенья из этих. Просто имейте в виду, что каждый фианит в своем как будто бы здесь домике находится, Оль, правда? Да, вот надежный домик. Изящно будет плавно обнимать ваше запястье, это нужно заметить. И также имейте в виду, что цена распродажи действовать будет недолго, поэтому звоните нам прямо сейчас. Если вам хочется узнать, что такое мужские комплименты, что такое восхищение со стороны окружающих вас людей, то это ваш браслет. Я восхищена, Юлианочка. Здесь 21 фианит, вы только вдумайтесь в это. И цена распродажи меня потрясает не меньше. 1290 рублей, ты можешь просто себе представить. Просто не верится, мне не верится. Итак, цена распродажи 1290 рублей, а мы продолжаем вводить вас в курс дела. Все современные модные тенденции в ювелирном мире именно у нас.